Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это». Сегодня у нас день сурка, и мы посмотрим стратегию атаки на этого животного. Яростный сурок, расстановка войск и как добывать очки и бонусы, выбивая максимум с этого ивента. Первым делом нам надо съесть малину. Мы ее съедаем и готовим рейд на сурка. Рейд ставим 5 минут, чтобы успеть отработать. Так, у нас восьмые, значит, стрелки. И отряд оставляем, как вы видите, из таких муравьев напасть рейдом. Ждем, когда к нашему рейду присоединится группа ребят из нашего альянса. Вот они уже собираются, как мы видим. Можно посмотреть, кто это идет. Варгус, Апостол, Винчестер. Так. Нам нужен... Так, все собрались. И капкан Мон. Отлично. Как только все соберутся, мы пойдем ударять сурка. В прошлый раз я выбивал максимум 57 миллионов с половиной. В этот раз, я надеюсь, результат будет выше. Мы можем посмотреть в отчете. Пока результат 44 миллиона. Совсем маленький. Ну, это рандом. Он плавает по 10 миллионов туда-сюда. Сразу собираем следующий рейд. Не ждем, чтобы максимально эффективно сходить на сурка. Потому что каждый рейд отнимает 30 очков энергии. Нам надо израсходовать все по максимуму, сколько у нас накопилось за последнее время. Вот. Сразу пошел отряд, как игроки пришли в рейд. Следующий удар. Что мы видим? 51 миллион, но это совсем немного. Будем собирать следующий рейд, но уже с другим отрядом. Что мы делаем? Мы снимаем войска, стрелков, и переставляем в тот, значит, где есть у нас энергия, отряд. Выбираем нам необходимых спецмуравьев. И выставляем сюда восьмых усиленных. Отлично, сделали. Рейд 5 минут. Отправляем. Ждем, когда к нам присоединятся дальше игроки. Вот, ребята, сразу все собираются. Давайте проверим, все ли бонусы работают. Бонус атаки, защиты, бонус очков. Единственный бонус репрессии сурков я не включаю. Смотрим. Значит, продолжаем атаки. Смотрим, насколько эффективно будет выбит дальше. Пока пробуем выбивать с определенным расстановкой. Значит, данную расстановку советует игрок Прокс с сервера 74. Он говорит то, что сахарок намного лучше толстого жука и проверено давно уже. Как мы видим, пока я не выбиваю достойный результат, всего лишь 48 миллионов. Давайте на этот рейд попробуем запустить толстокожего. Для сравнения мы ставим толстокожего и отправляем в рейд. Для сравнения, еще раз говорю, то есть насколько будет эффективна эта связка бить по сурку. Конечно, он рассказывал то, что это у него происходит с девятыми, значит, усиленными муравьями, стрелками, но у меня пока восьмые усиленные. Еще немножко я открою девятых, поэтому ждать осталось не так долго. И мы сможем также максимально выбивать. Но пока у нас, как мы видим, 51 миллион максимум, 566 тысяч разовый урон.
Но для меня это совсем мало. Это даже не 57,5. Далеко. Максимальный урон у нас был у игрока Мамка. Она выбила 59 миллионов на прошлой неделе Сурка. Посмотрим, насколько она эффективно выбит в этот раз. Здесь, конечно, бонусы все влияют. И бонус атаки, и прочие бонусы, гены. Все складывается. Плюс богомол. Какого левела? У меня он 9-го. Так, мы ждем Акабинио, когда к нам присоединится к отряду, и мы нанесем следующий удар. Так, следующий удар идет. Мы нападаем на Сурка. И посмотрим, как будет урон отражаться с толстокожим. Вот видите, еще хуже. 36 миллионов всего лишь с толстокожим. То есть, соответственно, данные спецмуравей не подходит. Так, здесь у нас 24 очка осталось. Давайте пока снимем, переставим мы на другой отряд. Так, переставляем мы на третий отряд. Заменяем дикое существо на богомола. Спецмуравьев расставляем, как мы уже говорили, золотой панцирь. Дальше у нас идет сзади Джек-муравей, а спереди Сахарок. Так. Заполняем полностью отряд стрелками и делаем напасть. Рейд. Утвердить. Все в рейде. Так, мы видим то, что к нам спешат в рейд игроки различные с восьмыми. С восьмыми. Пока у ребят просто восьмые стрелки не усилены. Но все равно. Это хорошо, что есть такие войска. Потому что у многих и восьмых нету. Наш сервер 307. Он не слишком старый. Всего 3 месяца ему. За 3 месяца, как могли, игроки развились. Все по-разному. Так, смотрим. Значит, что мы видим? Да. Сразу результат значительно отличается. 50 миллионов атака. Ну, все равно недостаточная, к сожалению, атака. Делаем рейд опять. А у нас энергия заканчивается. Нам приходится переставлять чаще. Отряд менять. Так, последний у меня еще с энергией есть отряд. Это у нас 4-й отряд. Мы сюда переставляем и запускаем. Ждем, когда к нам соберутся игроки. Так, вот они собираются, мы видим. Так, по сильнейшему району мы уже у альянса собрали 3 награды. Личные награды вот за похождение на Сурка я собираю уже 4-ю, 5-ю, 6-ю. Шестую. И вот у нас до 7-й немного, мы видим, не доходит пока. Но это сейчас мы сходим на Сурка и, как говорится, мы возьмем 7-ю награду. Так, все отряды собраны. Выдвигаемся. Идем бить. Ударяем. Берем 7-ю награду. И урон у нас 45 миллионов. Ну, тоже такой слабенький. Какой... А, потому что это 4-й у меня отряд. Там он по количеству воинов не очень сильный. Еще продолжим, когда энергия накопится. И посмотрим, насколько придаст эффективность, если я увеличу усиление, сделаю плюс 10%. Насколько это даст бонуса, мы увидим чуть позже. Это мне подсказывает то, что в отчетах нету, ну, значит, урона. Давайте посмотрим отчет боя. По суркам заходим и посмотрим ниже. Видим то, что урон он не показывает. Какой-то баг. Значит, использование навыков он показывает, а урон от навыков он пишет нулевой. Странно, что за баг такой. И, может быть, мы не выбили достаточное количество очков из-за этого.
Ну ладно, продолжим снимать, когда энергии накопится, и дальше увидим. Продолжаем охоту на сурка. У нас энергия восстановилась. Сейчас мы слушаем бонус малины, продвинутый. Атака и защита у нас включена. Но так как мы сегодня не обладаем дополнительными навыками от короля, бонус атака и защита, у нас атака будет, ну, соответственно, 50% ниже из-за этого. Так, создали рейд, смотрим. К нам должны начать присоединяться, ребята. Так, все присоединяются. Давайте посмотрим в описании. Вот за у нас новый король на этой неделе под ником Мамка из Альянса Лиг. Вот она выбивает 65,7 миллиона, почти 65,8. Вот, я пока ночью попробовал пробить и выбил 51 миллион. Ну, это рендом. Давайте мы сейчас с основным отрядом походим. Посмотрим, как это происходит. Что-то, может, поправилось. С утра я говорил, был баг, там не показывался урон. Но, как говорят, что он не влияет на сам дамаг. Так, смотрим. Ничего не изменилось. 50 миллионов мои отряды выбивают. Чуть ниже выбивают ребята, которые были в рейде. Не будем тормозить, по новой собираем рейд. Награды. Мы берем 9-ю награду на районе. Смотрим, что мы получаем. Удвоенные. Неплохие призы. Мы пока на 5-м месте. Лидирует пока другой район. Но это еще не конец дня. Я думаю, в скором времени мы догоним их. Отряды к нам спешат в рейд. Так, можно просмотреть еще, да, все отряды. Кто с кем нападает. Ну, тут видно, у кого что есть, слабенькие. Ребятам я говорил то, что как надо поставить отряд. Кто-то экспериментирует. Ждем последнего человека. Как-то далековато он идет. Так, сейчас отряд подойдет. Так, отряд подошел. Выдвигаемся. Чтобы нанести нам еще раз урон. Топовый игрок, со слов Прокси, нанес сегодня 115 миллионов данным отрядом на хорошей прокачке. Я думаю, что это очень круто. Так, вот мы видим, что 55,8 миллиона мы выбили. Собираем очередной рейд. 55 миллионов, это уже хорошо. Но все равно мало, и, конечно, 65 миллионов этого недостаточно. Так, я обещал, что мы используем усиление 10% к атаке на сурка. Баф у меня он остался с каких-то раз. Вот, посмотрим, повлияет ли он сейчас на данный урон. И насколько прибавится ли к этому максимальному урону плюс 10%. Мы можем видеть, что его можно приобрести в магазине набор огненный заряд. Атака при репрессии сурков плюс 20. И вот у меня, я использовал сейчас атаку репрессии сурков плюс 10%. Как она повлияет, сейчас мы увидим на это. Рейд у нас полностью заполнен. Дожидаемся остальных. Так, все отряды у нас подтянулись. Последний заходит. Все готово. Выдвинулись. Идем атаковать сурка. Сейчас мы будем наблюдать атаку вместе с бафом. Ха, ну, интересно, смотрите, как 46 миллионов всего. Совсем понизился. Ну, это рендом, конечно. Тут ничего не поделать. Так, здесь у меня закончились энергия. Мы их перекидываем на
а другой отряд, который полной энергии. Собираем рейд. Также 5 минут. Ждем. Ну так, все отряды собрались, выдвигаемся бить сурка. Наш отрядик идет с такими героями. Посмотрим, на что способен наш второй отряд. Не сильно отличается, 49 миллионов. Выбиваем. Собираем вновь, ждем. Так, мы видим, что к нам подтягивается последний отряд в рейд. Выдвигаемся на сурка. Идем бить его. Посмотрим, как справятся в этот раз наши бойцы. Смотрим отсчет боя. 46 миллионов. Мало. Давайте посмотрим, как другие ударили. 10 миллионов. 26. 30 миллионов. 25 миллионов. По характеристикам можем посмотреть. У нас 9-й скорпион. 8-й усиленные отряды. Так, собираем новый рейд, не будем терять время драгоценное. Ждем дальше, ребят. Выдвинулись. Идем атаковать вот таким отрядом. Ребят, не сильно здесь. Так, смотрим отчет. Ну, тут совсем как-то печально. 35 миллионов всего. Интересный рейд. Рендом переключаем отряды. Ставим следующий отряд. Восьмых. Так, у нас готов следующий отряд. Начинаем рейд. Ждем. Так, подходит очередной игрок. Все в сборе. Выдвигаемся на сурка. Ну, как показывает практика, значит, усиление в бонусах к репрессии сурков вот на 10% не дает никакой. Только мне показалось, оно уменьшило мои атаки. Давайте проверим. 52 миллиона. В общем, сказать, что больше выбило. Конечно, рендом здесь очень важен, и неизвестно, как он влияет вообще. То есть вариаций много. Так, ну вот я вам скажу, что у нас третий отряд у нас 23-го левела, второй 25-го строится пока, ну и четвертый 22-го пока, центр сбора. Также у нас это влияет на особый отряд. Это кладовая трофеев, а на рейд это кладовая, канал войска на урон влияет. То есть, когда начнется рейд, атака войск увеличится, в моем случае, на 23%. Максимально можно поднять пока на 24, на 25 при максимальном матке 25 левела. Так, ждем еще один отряд. Так, все, отряд подходит у нас. Выдвигаемся еще раз на атаку сурка. А, у нас не хватает одного игрока, ждем еще игрока. Ну вот у нас подошел еще один игрок. Выдвигаемся на сурка. Проверяем наши бонусы. Еще 10 минут у нас будет малина действовать для увеличения очков на сильнейшем районе. Так, производим атаку. Видим, что 52 миллиона. Средний показатель при моей раскачке. Но на прошлой неделе в звании короля я выбивал 57,5 миллионов. Собираем дальнейший рейд. Звание короля, конечно же, влияет на урон сурка. Так, последний игрок у нас подходит для очередной атаки. Выдвигаемся на сурка. Смотрим сейчас, сколько мы нанесем урона. С третьего отряда 43 миллиона, не так много. Но это больше, чем у остальных ребят.
Так, ну на этом я завершу свое видео. Оно получилось и так длительным. Последний отряд я не буду показывать. Смысл вам понятен. Оставайтесь на канале, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики жмите. Увидимся в скором. До свидания.